Под звуки духового оркестра казаки почетного караула вынесли на площадь исторический символ региона, а затем был поднят современный флаг края размером 10 на 15 метров. Обращаясь к краснодарцам, губернатор отметил, что история флага – это история всего региона. За 100 лет он стал неизменным символом уверенной и процветающей Кубани. Как и Кубань, так и флаг Кубани претерпел разное. Приходили одни, уходили другие. Кто-то добавлял что-то во флаге, кто-то убирал. Вот это время перемен, выяснение отношений, амбиций должно давно было быть законченным. И оно закончено, потому что сегодня у Кубани есть флаг. Это символ нашего края, символ нашей земли и точка. Сегодня этот флаг знают во всей нашей большой стране. Он сегодня присутствует на всех наших мероприятиях. В мероприятиях страны, где есть представители нашего края, поднимается флаг Краснодарского края. Известный, узнаваемый и признанный. Впервые флаг появился на государственных зданиях во времена Кубанской Народной Республики 100 лет назад. Стяг, который был утвержден Законодательной Радой, стал основой современного символа. У каждого цвета свое значение. Синий символизирует донских и линейных казаков, малиновый – запорожских и черноморских, зеленый – цвет горных народов.